Союз с очередной экспедиции на МКС, стартовавший в среду с космодрома Байконур, вышел на расчетную околоземную орбиту. В составе экипажа россиянин Роман Романенко, канадец Крис Халфит и американец Томас Машберн. Как сообщили Роскосмосе, полет проходит в штатном режиме. Самочувствие всех членов экипажа хорошее. Стыковка со станцией намечена на пятницу. Космонавтам предстоит 4-месячная вахта и проведение 50 научных экспериментов. В канадском